Почему у кого-то желания исполняются, а у кого-то нет? Представьте себе, что вы пошли с ребенком, ну, в кафе мороженое, да, то есть где вот именно мороженое накладывают в рожочек. И ребенок, как всегда, просит: мне еще нужно, да? И вы ему накладываете в рожочек, допустим, 3 шарика красивые. Ну, то есть не вы, а продавец. И ребенок выходит из кафе, и он не справился с этими шариками, и они бац и упали на пол. Ребенок плачет, капризничает, у него истерика, и он что? Естественно, он просит вас еще купить ему мороженое, и непременно те же 3 шарика. Но вы-то, как человек взрослый, вы понимаете, что он не может справиться с этими 3 шариками мороженого, потому что они падают у него, у ребенка нет опыта. И вы, как умный взрослый человек, покупаете ему, конечно, 1 шарик. Ребенок недоволен, но вы ему говорите: вот ты сначала научись справляться с 1 шариком своего мороженого. А когда вот ты научишься справляться с 1 шариком, тогда уже я куплю тебе 3. Ну, ребенку нечего делать, он соглашается, но он недоволен. Заметьте, ребенок недоволен. Для чего я рассказываю вам эту историю, которая является весьма поучительной? Да для того, чтобы проиллюстрировать ту мысль, дорогие друзья, что зачастую мы с вами не готовы к получению исполнения нашего желания. Да, мы как тот ребенок негодуем, кричим, мы говорим, что мы хотим сразу все 3 шарика, и белый, и зеленый, и розовый, и еще и с орешками, еще сверху там чем-нибудь помазать, да? Но при всем при этом мы еще не, у нас нет достаточно потенциала, у нас нет достаточно сил для того, чтобы справиться, условно говоря, с этими шариками мороженого, то есть со всем тем, что дает нам судьба. Не уподобляйтесь такому капризному ребенку. Во-первых, я хочу, чтобы вы себе это пометили. Ну, не обязательно записывать, просто пометьте. Во-первых, запаситесь терпением. Терпение – это наш с вами самый главный помощник на пути к результату. Это очень-очень важно. Мы действительно часто хотим, чтобы все произошло вот так, по мановению волшебной палочки, но так не бывает. Вернее так, это бывает редко, очень редко. Это бывает, но бывает очень редко. Но в основном для реализации наших желаний, для реализации того, к чему мы стремимся, необходимо приложить очень важный ингредиент, который замешивается вот в этой, вот, скажем, кастрюле Вселенной – это время. Но человеку уже хочется все и сразу, а я вам говорю: проявите терпение. С вами была Наталья Правдина. И если вы хотите улучшить свою жизнь прямо сейчас, сделайте очень важный шаг. Переходите по ссылке в описании под этим видео, потому что успех следует только за действием.